Всем доброе утро. Ну что, мы стартанули. Хоть и недалеко, но все-таки. Километров 20 будет так чисто развеяться. Потому что уже реально полгода никогда не ездили. Уже даже отдышка вот чуть проехались. Ну ничего, будем раскатываться. В общем, сегодня 1 мая. И все. Встретим рассвет, пофоткаем что-то. Да по трассе в Апостол вернемся. Мелоком показывает минус 4. Непривычно холодно. Уже как-то так ездит такую погоду. Сейчас согреемся как-то. Что такие дороги убитые. То ли я так давно не ездил, то ли они еще хуже стали. Непонятно. Ладно, едем, смотрим, что сегодня получится. Так что, поехали. Переезд. Да, классно сегодня, красиво. Так, ну поехали. Еще ж я сегодня тестирую велик. Собрал вот вчера только. Да, ну у меня валялась рама, которую взял, ну, практически за копейки. По 28 колеса. Рама 94 года. Немецкая. Ну, называется Клинтон. Фирма, в принципе, у нас не популярная, трудно найти. При этом они уже, наверное, давно не выпускают. Чисто для внутреннего немецкого рынка. Это все, что я нашел в интернете. Хромоль 41.30. Ну и все такое. В общем, когда-то, не сегодня, где-то потеплее покажу детали. Уже прям велик леденеет. Минус 5 уже. Так, едем по селу. Сейчас проедемся. Дальше будет канал, сфоткаем. Остановку и по трассе домой. Ноги мерзнут, надо было пару носков одевать. Клуб, наверное. Ни разу не фоткал.
Это школа, скорее всего. Я так обычно мимо проезжаю, ни на чем не зацикливаюсь. Это обычно я проезжаю здесь, когда уже возвращаемся с какой-то поездки, когда уже ничего не хочется. Это все мило и пролетарится. Церквушка фоткал когда-то. Можно еще раз встать. Выезжаем из села. На канале тоже ставим, да, по фоткам. Нашу трассу, кстати, ремонтируют. Ну, сейчас остановились, наверное. Но все уже начали в прошлом году что-то делать. Какие-то ремонты. Будут полностью с нуля, так сказать, делать. Сейчас тут ставим. Что-то пофоткаем. Вроде, не, льда немає, да? Льда нема. Замерзло. Спуститься сюда еще. Ой, тут прикольно, ты шо? Двенадцать километров проехали. Святая 1 травня. Ну, мы уже отсюда выехали. Велик отмерзает потихонечку. Следующая у нас будет арт-зупинка. Там мы еще не ездили. То есть мы тут ездили, только и не фоткали. Позасырали уже. Сволочи. Значит, будут обновлять. Ой, да там вообще ничего не видно, ты ж. Так, погнали домой.
Фляжка уже подзамерзла. Сколько тут остается, уже не знаю. Уже не помню реально. Давно не ездили. Не помню километраж. Ну, немного. Коротенькая сегодня поездка. В следующий раз, может, дольше получится. То надо потихоньку наращивать расстояние. Потому что я зарегистрировался на железную сотку. Надо себя приводить в форму. Решили свернуть. Ух ты! Так надо мост фоткать теперь. Что мы зря сюда свернули. Первый пошел. Ой, скользко. Як ты тут проїхав? А то я йду аж скользу. Скользу, бля. Скользу. Мне его дадите, дадут. Ага. Так и ты скользу. Да. Тому фоткать не можешь. Ну, вода близко, разве что. Вот это. Батут. Все в Винии вообще. Да не, земля должна быть подмерзшая. Ну ровно, то уже другой вопрос. Сомневаюсь, конечно. Ну что, и не по такой ездил. Так, ну веди, я тут не їздив. Ні. Блять, не зрозуміло це. Поїхали, хоч подивимось. Сніг. Так прикольно за це. Хіба по полю їхати. Бо тут полі можна навернутися. Надо было найнера брать. Не, можно, но сложно. Короче, возвращаемся. Не знаю, мне тут скользко. Идти, по крайней мере. Да, на полях еще снег. Притом прилично так. Ну и лед, конечно же. Да я сюда повернул уже, чтоб он нас не ждал. Пока машин нема. Так. Ага. Вот еще одна. Постой на берегу. Алканавты. Как бы бутылки забирали. Остава Криворожская ТЭС. Так солнце лупит. Thank you.
Так, мінус 3. Тут туалет не поставили. Тут туалет остановка. У мене вже 21 кілометр почти. Без 300 метрів. Ще не видно машин. Из-за солнца есть, нету. Вроде нету. Сейчас еще возле Стелы Апостола сфоткаемся. Да будем крутить домой уже точно. Вроде такой маршрут небольшой. А не еще пофоткать. Снова переезд. Вон там уже пошло расширение трассы. Убрали посадки, убрали остановку одну. Туда пойти глянуть, как там все убрали. Ну, убрали хорошо. Вот расширять дорогу. Скоро можно будет нормально в Кривой Рог ездить. Ну что, будем прощаться на сегодня. Сейчас, в принципе, уже город. Тут получилось пока 21 километр ровно. Ну, там еще парочка будет. Так что такая небольшая поездка вышла. Ждем погоду и едем более-менее нормальную. Если есть предложение, у меня в этом в Ютубе есть вкладка сообщества. Приходите, я там, в принципе, писал пост, чтобы предлагали маршруты. Так что будут варианты, пишите в комментариях туда. На сегодня все. Всем пока. Подписывайтесь на канал. Думаю, будет этот вот интересно. Ну, это все мы увидим. Вот мой вельчик еще. Thank you.
Thank you.